На видеосвязь вышли все муниципалитеты края. Лидеры по задолженности – предприятия крупных городов Краснодара и Сочи, отметил губернатор. А также теплоснабжающие организации Славянского, Ейского, Староминского, Тихорецкого, Динского районов. По словам Вениамина Кондратьева, проблема заключается в том, что потребители платят по счетам, но деньги зачастую так и не доходят до поставщиков. Хотелось бы напомнить главам о том, что в этот отопительный сезон вы не войдете с паспортом готовности, если ваша задолженность превышает прошлогоднюю. Войдете только с другим заместителем, как минимум, а то и главой тогда. Понятно, люди из-за того, что вы беспечны, не могут зимой замерзать. Люди замерзать не будут. Но руководство района у них точно будет другое. Или, по крайней мере, зам, который курирует эти вопросы. Потому что сегодня нужны менеджеры, а не чиновники, которые сидят в своих креслах и ни о чем не думают. А люди ни в коем случае не пострадают. Поэтому, Андрей Анатольевич, тепло все равно. Оно, конечно, будет. И газ тоже будет в районе. Но уже с другими, по-настоящему управленцами. Губернатор потребовал в течение 2 недель все документы по должникам передать в прокуратуру.